сейчас сбили белок с солью, и из этого белок поднялся очень хорошо. Добавили сахар и желток. И у нас не оказалось муки. Что же делать? Хочется сготовить. И мы тогда насыпаем, вы удивитесь, манку. Да-да, вы представляете? Манку. Из нее получится очень вкусное печеное. Я вот потом вам покажу. То есть вместо муки мы ложим манку, а муку вообще не надо. И тут получается у нас яйца, сахар и манка. Все, три продукта. Самая быстрая и самая дешевая еда. Тут у нас еще 10 яиц, я не сказала. Вот. Я смазала все сливочным маслом. И теперь вот так все у меня скатывается. Вот такое должно быть тесто. Оно не должно быть густое, оно должно быть вот таким жидким. Потому что когда оно поднимется, оно будет воздушным-воздушным. Вот. Потом я вам покажу, какое тесто получилось. Детки будут кушать, и вы посмотрите. Тут у меня тушится. Я посмотрела одной многодетной мамы, как она готовила вместе с курицей. У меня не было курицы, я фарш положила. И у меня тут картошка, фарш, лук и чеснок. Вот все это у меня в плитке сейчас подготовится, и мы все вместе будем кушать. Вот уже готова наша вкусная картошечка вместе с фаршем. Но нам столько мало будет. Из-за этого мы сейчас сделаем вторую партию. Вот режем картошку, лук, чеснок и фарш у нас будет. Тоже в духовочку положим. Ну вот, смотрите, что получилось. Ой, вот какой вкусный получился пышный у нас тортик. А, это из манки. Вот мы закладываем вторую партию. Все мы перемешали вкусненькое. И теперь ложим. Ой, вот так надо было. Ложим в нашу плиточку. Вторая партия. Все. Смотрите, какие чудеса делает манка. Как поднимается тесто, какое оно вкусное. Мама, я кушаю нам-нам. Нам-нам. Пашика. Пачка. Да. Вкусно. Тебе понравилось? Да. Что так? Вкусненько. Макаю. Чё, как тебе пирог? Хорошо. Что ты скажешь о нем? Воздушный он? Да, вкусный. Ну как картошечка? Вкусно. Вкусно. Очень вкусно. С мяском, очень, с фаршиком. Всем приятного аппетита. Спасибо. Мои сладкие. Мама. Мария, в какой бы ты стране хотела жить? Там, где мне будет хорошо, уютно, комфортно. В Америке. Почему эта страна? Что? Почему эта страна? Потому что там классно. Я смотрела много роликов, где там разные крутые площадки, разные крутые школы, детские сады. Там крутые улицы, классные дети. Не знаю пока что. Не знаю. Не хотела бы жить в одной стране. В разных странах? Да. В Германии. В Америке. А почему? Потому что в Америке очень много развлечений, и как раз для моих детей, и там я могу хорошую работу найти. В Америке. А почему? Потому что там красивые дома, все
Хорошо. Что нужно сделать, чтобы мир был лучше? Нужно начать себя любить других, начать себя, ну, ухаживать за собой, не смотреть на других. Только говорить им хорошо, хорошие, приятные слова. Просто нужно жить мирно и не обзываться, не драться, не делать никаких грехов. Ну, любить друг друга. Не знаю. Ну, я не знаю. Надо, чтобы все любили друг друга. Молиться Богу и просить, чтобы мир был лучше. Чтобы все друг друга любили. А где взять любовь Божью? Ее можно читать Библию, можно там есть любовь Божья, там узнаешь ее. Можно, например, с другого человека узнать, что он тебе помогает, и ты узнаешь, что это любовь. Тебе приятно. Помолиться, потом... Ну, в отношении другим находить эту любовь. Ее нельзя приобрести ни за какие богатства. У Бога. Где взять любовь Божью? У своих брат и сестер. Любить их. Бога. Зачем нам Бог оставил Библию? Как бы знали его, ну, хотели познать. Чтобы мы читали, вразумлялись и могли узнавать все, ну, и ставать честными, добрыми, хорошими. Зачем нам Бог оставил Библию? Чтобы мы питали Словом Божьим. Чтобы мы читали и, ну, и знали про Него. Чтобы мы ее читали и познавали Его. Чтобы мы читали и верили в Него. Что для тебя счастье? Счастье – это быть со своими родными. Ты счастлива? Да. Счастье – это когда... всегда с тобой рядом Бог, и ты всегда живешь в мире. Ты счастлива? Да. Счастье. Ну, счастье может быть в любом моменте, радостным. Ты счастлива? Бывают моменты такие, что да. Что значит счастье? Время с близкими людьми. Ты счастлива? Сейчас нет. Счастье. Счастье. Я не знаю, что это счастье. А ты счастлива? Да. Счастье означает, что ты радуешься чем-то. Ты счастлив? Сейчас да. Это когда тебе весело, все хорошо. Ты счастлив? Да. Какой бы ты хотела получить подарок на Новый год? Я бы хотела получить подарок. Я бы... Я даже не знаю. Ты не знаешь, что получить? Что ты хочешь получить на Новый год? Останови. Чё останови? Не могу. Время не останавливается. Оно непрерывно двигается. Дай мне подумать.
Какой бы ты хотела получить подарок на Новый год? Ну, даже не знаю. Какой бы ты хотела получить подарок на Новый год? Укулеле. Какой бы ты хотела получить подарок на Новый год? Не знаю, денег все. Или камеру. Какой бы ты хотела получить подарок на Новый год? Я бы хотела получить подарок на Новый год. Это любовь. Ну, любить всех. От Бога. Да. Какой бы ты хотел получить подарок на Новый год? Новую игру. Какой бы ты хотел получить подарок на Новый год? Машина на предупреждение. Зачем нужно маме помогать? Маме нужно помогать, чтобы тебе было чем заняться. Если ты просто будешь лежать, то тебе будет очень скучно. И еще, чтобы улучшить мамину работу. Чтобы, ну, потом, когда в дальнейшем мы выросли, мы тоже могли помогать другим, и не только другим, но и смогли работать и не быть лентяями. Чтобы маме не было тяжело. Зачем нужно маме помогать? Ну, потому что она мама. Потому что мама одна не справляется. А зачем нужно маме помогать? Надо маме помогать, чтобы ей не было тяжело. Чтобы к тебе мама добро сеяла. Чтобы мама не уставала. Если бы у тебя была возможность отправиться в кругосветное путешествие, в какие 5 городов ты отправилась? Я бы отправилась в Америку, я бы отправилась в городок, в города. Ну, страны, города. Ну, в Америку, в Майами я бы хотела, в Узбекистане побывать, в своем родном городе. Еще Лос-Анджелес, Париж. В Америку, в Лондон, Узбекистан. В Россию и в еще какую-то страну, я забыла, как называется. А, вот Нидерландия, кажется. Да, Нидерландия. Наверное, Россия, потом Америка, потом Франция. Еще там что-то есть. Узбекистан бы съездила, где мы раньше жили. И... Англия. В Бомбею. В Петербург. В какой-нибудь Амстердам, там, не знаю. Это вот Австралия. Вторая — это Германия. Третья — это Америка. Потом четвертая это Узбекистан, а пятое это какие там? Германия. Джунгли. Джунгли. Да. В Америку, в Россию, в Капернаум и в Китай и во Францию. В Италию. В Америку и в Китай